Может, мы должны что-нибудь сделать? Разве это не опасно? Этот идиот что-нибудь сломает, Рита Беннеки. Подходи, не стесняйся. Отдохни немного, и тогда будешь совсем здоров. Подходи, не стесняйся. Матре Санта, защити меня. Убийца! Не подходи! Я уверен, что это не друг друга. Назад, тварь! На помощь! Это убийца! Стража! Остановите его! Не подходи! Да уж, он проворный. Пожалуйста, не надо. Простите, я пойду. Назад, тварь! На помощь! Это убийца! Салют. Убийца! Не подходи! Стража! Остановите его! Не подходи! Господин, забирайте мой мешок. Господин, забирайте все, только... Guardate che meraviglia questo agnello! Салют!
Вот зло. Это да! Какая удача! Я слышу, какая удача! Зло! Это... Какая удача! Вот это да! Золото! Какая удача! Золото! Какая удача! Золото! Я его не вижу! А, вот его! Вот слава это богу, да! Слава богу, что вы здесь, Амико! Вот это да! Проваливай, Волгурси! Слава Лачу! Богу! Лачу! Он там! Взять его! Надо бежать! Это безумие! Ты видел, куда он ушел? Вон он! Не упустите его! Я с тобой! Быстрее! Не упусти! Где ты этому Бен. Научился? Диу де Челло, он сумасшедший. На помощь! Стража, убийца! Он там! Вперед! Я видел его! Он там! Приходи! На помощь! Стража! Убийца! Куда он делся? Черт!
ложись! Ора! Назад! Вот! Не дайте ему уйти! Зачем он это делает? Пер фавор, не трогай росписи на стенах. А когда твои люди будут красить крышу, постарайся, чтобы не пострадали реликвии наверху, в лантерне. Они очень ценны для нашей церкви. Да, да, падре. Только не забудь заплатить нам за работу. Бене, если я упаду, у меня будет запасной вариант.
И...
Thank you.
Нет! Назад! Стража! Недалеко отсюда было совершено преступление. Свидетелей нет, но... Учти, я буду следить за тобой. Мы поняли друг друга, а? Обожаю пугать туристов. Может, нам попадется какой-нибудь англичанин? Они такие... Подходите, друзья! Желаю тебе здравствовать. Леонардо! Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ха-ха! Ты нашел еще одну? Невероятно! Да, просто поменяем эти строчки местами, затем сдвинем их влево. Готово. Это Лоренцо, с женой. Это Джулиано, брат Лоренцо. Но где же Франческо? Вот он. Пора нанести удар. Крепа, традиторе! Джулиано, нет! Nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Тебе конец, Лоренцо! Все твои родные падут от моей руки! Негодяй! Убийца! Я тебя прикончу! Ты сам во всем виноват! Но сдохни же, наконец! Подождите! Пожалуйста! Мне нужна помощь! Ugh!
Ты спас мне жизнь. Это пустяки. Но мы должны отомстить тому, кто это сделал. Не сейчас. Мне нужна помощь. Домой. Там верные люди. Ты можешь? Так, сюда. Я истекаю кровью. Держите, сеньор. Я постараюсь поднажать. Тебе уже стало лучше. Я убью Франческо Пацци! Я убью всех его родных! Я истреблю эту семью! Стой. Тише, сеньор! Берегите силы, иначе на место я доставлю ваш труп. Следуй за мной. Господи, спаси меня! Клянусь, я исправлюсь! Я еще не разучился обращаться с оружием. Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Бегите, безумец! Отпусти! Будь ты проклят! Я еще не разучился обращаться с оружием. Идем. Я вообще не здешний! Я не знаю, что происходит! Я с тобой, парень! Я надеялся, что мне не придется. Ну что ж... Не сомневайся! Я смогу тебя уложить! Я еще не разучился обращаться с... Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж... Не сомневайся! Я смогу тебя уложить! Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж... Я еще не разучился обращаться с оружием. Я еще не разучился обращаться с оружием. Нет. Мы благодарны вам за вашу доброту, амико. Грация. Беги, Вия! Сюда. Лоренцо ранили! Априте ла порта! Назови пароль! Полициано, открой эту чертову дверь! Святая Троица, ходите быстрее! В городе идут бои! Скорее! Постой. Я твой должник. Но скажи, почему ты помог мне? Ты не единственный, кто лишился брата по вине Пацци. Меня зовут Эцио Аудиторе. Ты сын Джованни. Твой отец был хорошим человеком. Он знал, что такое верность и честь. Это без меня. Громилы Пацци штурмуют дворец сеньоры.
Нашим долго не продержаться. Нет, если они ворвутся во дворец, то перебьют всех наших сторонников и захватят власть. Тогда моя жизнь будет мало что значить. Я должен... Франческо Пацци, спаси наш город, аудиторе. Убей его. Сеньор, я видел Франческо во главе отряда с обратной стороны дворца Синьории. Боюсь, что он пытается найти другой вход. Иди, пока не поздно. Сделай, что можешь. Франческо Пацци. Дворянин, выросший в городе, покоренном разбогатевшей семьей Медичи. Из-за этого он с детства ненавидел обывателей, которые пробиваются наверх. В отчаянии он наблюдал, как банковский дом Медичи обходит его собственный, и многовековое влияние Пацци на правительство Флоренции выскальзывает из его рук. Похоже, испанец предложил ему решение. Вместо конкуренции в грязном банковском деле Франческо должен был оказать тамплиерам всего одну услугу, что могла бы навсегда поставить мещан на место. Убить Медичи. Джованни Аудиторе пытался остановить Франческо и арестовал его, но тамплиеры освободили Пацци. Забене. Молитвенники, Атенсионе. Истинец и графа. Стая атента. Не наступите на них. Это снова ты? Почему ты еще жив? Парни, убейте его! Мальчик вообразил себя мастером меча.
Ты умеешь фехтовать, но мои люди быстро разберутся с тобой. Сиди! Ты лишь ненадолго отсрочишь свою смерть. Что ты хочешь доказать? Что ты держишь слуга этого пса Лоренцо? Так надо тебе ждать смерть! Мне надоело это игра! Страшно! Женить должно быть! Я уверен в этом! Стража! Стража! Никто не придет. Мы одни. Maledetto, che il diavolo ci porti! Stammi lontano! Франция осудит тебя за то, что ты сделал. Все кончено. Все кончено. Лучше быть счастливым в этой жизни, чем мечтать о славе в следующей. Покойся с миром. Libertà! 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 Popolo, libertà! Libertà! Francesco! Thank you.